Всем привет из Сочи, вы на канале Танюшин Орхидеи Сад. И сегодня мы, как обычно, на оптовой базе по переулку Промышленному 4. Здесь свежий завоз шикарных красоток, крупных, все на бутонах, замечательные, белые, вишневые, какие хотите. Сегодня было столько шикарных ароматных орхидей. И не только шикарных ароматных орхидей, было просто много красивых растений с варигатными листьями. Сейчас я вам это все покажу, а вы ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался, пишите комментарии, с удовольствием отвечу на все ваши комментарии. Орхидейки были не залитые, корни были хорошие, вот смотрите, даже Лас-Вегас был. И Леодора была, и много было действительно замечательных орхидей. Стояли просто превосходные ароматы, потому что те же парфюмерные фабрики смешивались и с Леодора, и с другими орхидеями. Ой, ладно. Смотрите, наслаждайтесь, ставьте лайки, подписывайтесь, кто еще не подписался. Хорошего вам настроения, всего-всего самого наилучшего. Оставляю вас наедине с этой красотой.